привет! С вами снова Нацу, и это третья часть репортажа с фестиваля Эврикон 2014. И сейчас мы пойдем искать приключения. Верно, Алёша? Он согласен. Здравствуйте, кто вы? Я капитан Амелия из планеты Сокровищ. Вы достаточно редкий персонаж. Да. А почему вы решили его косплеить? Я очень люблю этот мультфильм. Мультфильм детства любимый просто. Я тоже. Я поэтому вас сразу узнал. Узнают старое поколение. Все любят классику. Мы уже старые. Да, конечно. 20 лет. Все очень плохо. Да. А чем вам так нравится ваш персонаж? Она... спокойная, она сосредоточенная, хладнокровная. В общем, настоящий капитан, который покажет этим мужланам, кто тут главный на корабле. А вы ищете здесь сокровища, нет? Зачем? Я ищу здесь пиратов. То есть вы их находите? Нахожу их. Здесь где-то бегал человек-воробей, вы его убили уже, нет? Я только вышла на охоту, так что я буду его очень-очень-очень сильно искать. Я думаю, вы его поймаете, да? Поймаю, да. Спасибо вам. Вам спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто вы? Я 12-й доктор. А почему уже 12-й? Жизнь такая штука, не успеваешь моргнуть, а ты уже 12-й. А начинали с первого? Конечно. То есть вы уже 12 лет это делаете? Ну, когда как, с переменным успехом. Иногда за год 3 жизни проходит. Жуть. У вас суровая жизнь, да? Да. Более мрачная, суровая и жестокая. А что новенького в жизни доктора? Что? Что новенького у доктора, у вас? Что новенького? Да та же спутница, та же отвертка, да ничего новенького, кроме костюма. То есть все старое, денег нет, не на что, да, спутница старые, отвертки старые. И обниматься хочет, фу. А ТАРДИС хоть новая? У нее дверь отламывается, о чем ты говоришь? Уже сломали? А ведь говорил я, в России ТАРДИС точно сломают или угонят? По-любому. По-любому? По-любому. А что бы вы сказали об этом Эвриконе? Да то же самое, что я тебе говорил год назад, и 2 года назад, и 3 года назад. Фестиваль растет, фестиваль развивается. Если сравнить с прошлым фестивалем, территория значительно увеличилась. Единственное, что вот лично меня немного угнетает, это разделение вот по секторам. То есть пропала вот эта ламповость. Все стало очень так аскетично. Вот это угол Доктора Кто, вот это угол Звездных Войн. Раньше как-то вот все были так рядом, близко, кажется, вот ты одной ногой стоишь во вселенной Звездных Войн, другой во вселенной Доктора Кто. Но стоит отдать должное, территории больше, народу помещается больше и становится веселее. Давайте зрителям нашими отвертками. Здравствуйте, кто вы? Малефисента. А что вы здесь делаете? Ну, знаете, тут весело, мне показалось, что было бы неплохо зайти. А что ваш персонаж вообще делает обычно? Ну, обычно я сею страх и ужас, по большей части. А так? Вы уже нанесли страх тут на людей? Попыталась, но знаете, почему-то все фоткаются со мной. Им не страшно, и они фоткаются, да? Да, это удивительно. В моем королевстве так бы не было. А чем вам так нравится ваш персонаж? Скорее всего... характером. Все-таки да. А какой у него характер? Слегка надменный, но не лишенный чувств. Доброты. Спасибо. Спасибо вам. Здравствуйте, кто вы? Здравствуйте, я Верховный маг Земли, Доктор Стрэндж. А что вы здесь забыли? Я пришел сюда. Мне кажется, здесь какие-то магические аномалии. Надо проверить. Вы их ищете, да? Да, все никак не могу найти. Что вы обычно вообще делаете?
сижу дома, книжки всякие читаю там, с картинками. А без картинок не нравится? Без картинок слишком не для детей. А что бы вы сказали, если бы увидели здесь Человека-паука? Я скажу ему привет, Спайди. А Бэтмена? А кто это? Я не знаю такого человека. Это такой в черном кожаном костюме. Никогда его не видел. Здорово. Вам нравится на Эвриконе? Да, это лучшее мероприятие. Поколдуйте нам в камеру. Здравствуйте, а кто вы? Мистический персонаж из-за стены. А кто это такой? Ну, это нечто вроде варга. А что он делает обычно? Он управляет духами животных и ведет племя в духовном наставлении. Ваше племя тут? Да, оно вон там за стеной. Да? Да, где железный трон. А что они там делают? Стоят. А чем вы еще обычно занимаетесь? О, обычно много чем мы занимаемся. Танцуем, рисуем, пишем стихи, фотографируем. Ну, вообще, все творческие люди. Вам нравится здесь, на Эвриконе? Да, здесь очень интересно. Много знакомых, много хороших образов. Ну вот. А что бы вы сказали людям, передали, так сказать? Люди, не спешите взрослеть. Спасибо. Не за что. Возможно, вы подумали, что это далекое будущее, и машины все-таки восстали, вот эти вот. Но нет, мы все еще находимся на Эвриконе 2014. И это такой косплеер, я так понимаю, или настоящий робот. Здравствуйте, кто вы? Я Лось Сафандохман, великий и ужасный магистр Ордена Водяной Вороны. Это откуда? Это из вселенной Макса Фрая. А почему вы косплеите этого персонажа? Он сначала хотел уничтожить мир, а потом подумал и перестал хотеть уничтожать миры. Хороший такой персонаж, милый. Вас узнают здесь? Иногда да, иногда нет. У вас хорошие волосы. Спасибо большое. Вы моете их Head and Shoulders? Иногда да, иногда Лореалем пользуюсь. Но лучше Head and Shoulders, да? Да, определенно. Head and Shoulders. Спасибо. Добрый день, товарищ. Кто вы? Мне подарил добрый человек конфетку. По-моему, он проверяет мой пульс. Он ушел. Здравствуйте, вы кто? Я Джей, а это мой кореш Натурал Молчаливый Боб. А что вы здесь делаете? Мы здесь толкаем потихоньку. Живем. Это что толкаете здесь? Да, чумовая шмаль, чувак. Бери, не пожалеешь. А вы в курсе, что здесь рыбаком ходит? Что? Рыбаком здесь ходит. Кто ходит? Рыбаком. Я видел где-то этого чувака. Он ловит преступников здесь. Прикури ему, Боб. Скажите этому чтобы катился отсюда. А как вам здесь вообще? Нравится? Здесь нормально. Четко? Четче не бывает. А что бы вы сказали людям? Я повелитель. Ни он, ни вы
Я повелитель Я командую. Я просто беру и кусаю его. Кого я здесь нашел вообще? Мы? Ну а что мы здесь, Боб? Чувак, что ты к нам пристал? Мы здесь мирно торгуем травой. Ну я пойду, пожалуй. Добрый день, как вас зовут? Джирая. А что вы здесь делаете? Помогаю в организации. И чем вы помогаете? Я слежу за порядком. Помогал организовать несколько стендов. Одно из моих совместных творений вместе с доктором был стенд доктора Кто. Мы вместе собирали ТАРДИС. Было интересно творить? Если учесть, что ТАРДИС — это инновационная технология в области пространственной сферы, то это уникальная вещь. Еще что-нибудь можешь сказать? Хочу передать привет маме, папе, дедушке, бабушке. Хочу передать привет... Привет, ты кто? Гарри Поттер. Просто Гарри? Просто Гарри. А что ты здесь делаешь? Та-да! Я показала. Этого достаточно, да? Ну, да. А как тебе на Эвриконе? Ну, во второй раз лучше, чем в первый. Определенно. Намного лучше стало? Организация лучше. А что бы ты хотел сказать будущим волшебникам? Ребят, ждите письмо. Даже в 30 лет оно дойдет. Обязательно дойдет. Ждите. Спасибо. Здравствуй, ты кто? Я доктор Кто. Здравствуй. 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 А что ты здесь делаешь на этом фестивале? Я пытаюсь спастись от кучи разъяренных людей, которые прознали, что я этот фестиваль организую. А как они прознали? Судя по всему, они из будущего, и они посмотрели твой ролик, где я только что в этом признался. Это я виноват, да? Да. Ну извини. Нет. А скажи... Мне нравится слышать, да, продолжай. Скажи, а чем изменился Эврикон за 3 года? Ну, как сказать, в первом году у нас было где-то в районе 600 квадратных метров, и там была куча позитива, куча народу, который может разместиться на 600 квадратных метрах, пришла, значит... собраться, как в старые добрые времена. Во второй год у нас было в районе там 1000 квадратных метров. Это было то же самое ДК. А сейчас у нас 3700 квадратных метров. Ну, мы увеличились в 4 раза. Растем, да? Собственно, все. А людей тоже больше становится? Я очень надеюсь, что да, но в масштабах помещений всегда одно и то же огромное количество. Просто дохрена. Вы намерены продолжать в том же духе? Да, скоро мы покроем весь земной шар, и он будет называться Эврикон. Круто. Ты уверен? Да. Ну, значит, круто. Он сказал круто. А что бы вы еще сказали вашим посетителям? Люди, в общем, если вы купили на это билет, я вас люблю. Если вы подделали билет, я вами восхищаюсь, но не люблю. И я вас не понимаю. А вот стоит 12-й доктор, вы можете задать ему еще пару вопросов. Мы уже задавали ему пару вопросов. Очень жаль. Вы идете на понижение, да, то есть следующий будет 9-й доктор потом, и тогда у него есть костюм 6-го, можете задать ему еще. Я знаю все его костюмы, поверь. Я даже не хочу знать откуда. Лучше и не знать. Да. Я даже знаю все его отвертки. No comments. Его отвертка, моя отвертка, ты понимаешь, да? Да.
У вас одна отвертка на двоих, да? Хорошо, что он этого не слышит. Он догадался. Он догадался. Блин. Мы портим тебе интервью, да? Нет, все нормально. Да, ты это выложишь, в любом случае. Да, а ты как думал? Я думал, что ты более добрый там, я не знаю, как-то... Возможно, я что-то полезу, конечно. А может и нет. Ты будешь звездой Ютуба. Да. Иди, иди, я пойду. Ганга, защищайте отсюда! Вот и подошел к концу фестиваль EveryCon 2014. С вами был Natsu. До новых встреч. Всем позитива и добра. Ha ha ha!